Привет, друзья! Я сегодня на руинах старого замка, который называется Правда. Град Правда. Это значит крепость Правда. Замок был очень большой. Но сегодня уже стоят только главные стены. Здесь подвал, там возможно спать, как через ночь пойдет дождь. Сегодня у нас здесь будет много другов. Все приедут на мотоциклах. Здесь тоже подвал. Около много лесов, красивая природа здесь. Завтра утром, возможно, сделаю еще одно видео. Пока!